Всем привет, с вами я, Ван Грешник. Мы продолжаем играть в школу Бойра Новый. Так, подожди, надо нажать на... Да... Передавай Дубси привет от меня. Ебать, прикол. Надо нажать на солнце, тогда будет ночь. Надо нажать на луну, тогда будет солнце. Об этом я узнал, собственно, из комментариев. И давным-давным-давно спасибо большое. Давайте начнем на нормальной сложности. Будем так и пытаться продолжать. Погнали, да. Будем так и пытаться продолжать... пройти на нормальной сложности. Пусть будет день. Так вот, пусть будет день. Мне кажется, ночью как-то не видно все, знаешь, темно, все грязно, пиздец. Так, да. Вот в чем твоя проблема, скажи мне, пожалуйста. В чем твоя проблема? Почему нельзя спокойно сделать уроки и сидеть себе играть в свой компьютер? Скажи мне, пожалуйста. Почему? Вот в чем? Зачем куда-то бежать, гулять? Вот что ты... я бы показал, как надо. Вот ты бы показал, как надо, да. Так, лампочка, смотри-ка, неплохо. Первый предмет и сразу у нас в комнате. Начало наверняка хорошее. Мне придется очень много бегать и, наверное, лутаться. Подожди, это что? Это книжка. Прекрасно. В предыдущей серии мы нашли какие-то новые предметы. Так, не надо, не считай, пожалуйста. Ну, давайте начнем по порядку. Давайте... Ой, как хорошо, когда тут светло. Ты посмотри, как прекрасно, наверное. В этом есть тоже какой-то недостаток, да, определенный, возможно. Не знаю. Не знаю. Может быть, они приходят чаще, может, приходят реже. Мы это не в курсе. Это можно, по-моему, пододвинуть, да, зачем-то что-то запереть. Непонятно зачем, непонятно почему, непонятно для чего. Включаем свет в ванной. Что мы видим? Мы видим, что батарейка одна привинчена. Значит, нам надо будет, чтобы включить радио, обязательно пойти и найти что-то. Да не ему! Да не ему, не ему. Мы не отражаемся в зеркале. Значит, мы вампир. Значит, мы вампир. Вполне себе возможно и такая история. Так, тряпочку мы подобрали. Вон шампунь. Вот это. Это тут вот это. Вот, блядь, засранный туалет. Странно, что типа звук туалета они не слышат, остальное они слышат. Ну что ж, с главным делом мы разобрались. Спасибо всем, кто написал в комментариях пароль. Теперь-то я его помню обязательно 100%. И кто лайк ставит, тоже спасибо. И что на ВК-видео, что на канале. Все, выбора у нас нет, придется идти в любом случае в комнату к отцу и смотреть, что у нас там находится. Когда? Смотрите, прикол. Включайся компьютер. Когда? Ну сколько можно? Когда? Кто-то пойдет нас проверять, нас проверит. Мы пойдем в ту крайнюю комнату. А до этого пока будем отцовскую комнату смотреть. Так, пароль. Андрей. Андрей. Тире. 2002. Все четко. Ты заебал. Давай! Что не так-то? 2002 же, нет? Так, 2002. Вот так. Все, хорошо. Все прекрасно. Так, папа, где папа? Все. Фейковое сообщение. Привет. Привет, здорово, как дела? Вот это да, вот это да. Опа! Надо бы пройти проверить, кто бы там написал, надо да. Проверить. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Да. Так, бубнит, это один раз он бубнит. Я что-то увидел. Я не понял, что я увидел. Я что-то увидел. Там какая-то оранжевая банка лежит. Я не знаю, что это за оранжевая банка. Надо ее подобрать. Так, отправил мне фейковое сообщение. Так, на, держи, пожалуйста, сообщение еще. Иди проверяй, кто тебе там пишет. Пойду гляну, кто там мне пишет. Дайте мне звук побольше, я нихуя не слышу. Самое уебанское, то, что ты не понимаешь, спрей от насекомых, какой нахуй спрей от насекомых, зачем мне нужен какой-то спрей от насекомых, блять, для чего, для кого мне нужен спрей от насекомых, зачем, пойду полью цветы, идите поливайте цветы, пожалуйста, спокойствие, режим сна, на кой хрен ему спрей от насекомых? Блять! Скример. Скример, осторожно. Мясо. Не знаю, хватило ли этого времени, но я сделаю вот так.
Все, я учусь. Быстро, зато четко. Я же вроде все закрыл, да? Вроде все закрыл. Придавила. Пойду-ка схожу в туалет. Да мы ничего не забыли, мы все сделали четко. Мы все сделали невероятно. Так, что-то здесь не так. Мне кажется, или... Мне кажется. Опять мне мерещится, что что-то не так. Да. Ух, я уж думал, мне крышка. Да все норм. А, на дальше цветы идет поле. Ага, вот, наверное, в чем минус. Днем они увидят, что меня нет в комнате, правильно, если я пойду назад? Ну вот так, разве она меня не видит? Мне кажется, она должна меня увидеть, ну когда обернется, нет? Ну просто логично. Подожди, он идет в туалет. Проверить, учитель этот балбес урод. Учу. Значит, можно пойти в ту комнату. Я вот что хочу. А если неожиданная смс-ка придет, что будем делать тогда? Ну, в шкафу спрячемся и все. Спрячемся в шкафу, да и хрен с ним. С этим делом. Здравствуйте. Давай учи. Давай учу. Ой, блин, там сколько дыма, надо помочь открыть. Хорошо. Я буду нахуй скрыть. Зачем да? Спрей от насекомых нужен туда наверх, на ну вот там вот над домом, где улей. Правильно? Жалко, нет какого-то хранилища. Вот, вот это. Вот все четко. Мы можем спокойно подождать, пока прочтет сообщение и уйдет. Я все, я понял. Спрей для насекомых, скорее всего, туда, потому что там вроде как был какой-то пчелиный улей, да, если я правильно припоминаю. Но вот тогда жаль, вот я не знаю, как скидывать предметы. Почему я не могу скинуть? Нажимаю, держу, не работает. Нажимаю, держу, не работает. Нельзя скинуть предмет. Это отвратительно. Вот это самое гадкое. То есть тут мало того, что надо найти предмет, так еще его вовремя подобрать. И вот тряпка, тряпка, надо было ее не брать. Тряпка там всегда, тряпка там абсолютно всегда. Мне надо в ту комнату, срочно. Хоть как. Все, он сел. Одни инвалиды в команде. Да. Блять, а если дверь заметит? Что-то очень хуёвое предчувствие у меня. Я ухожу, до свидания. Смотри, прикол, почему я ушел? А у меня предчувствие плохое. У меня плохое предчувствие того, что лучше было бы сейчас уйти. А, давай включим компьютер. Потом еще с комнаты продолжим. Там две полочки так всего лишь осталось. Нам надо смотреть сейчас основную комнату. Уходи. Открылось, зашел. Проходим. Свет включили. Проходим, смотрим. Раз. Не рискуем, не рискуем. На столе ничего особенного я не заметил. В бачку я ничего особенного не заметил. Значит, с той стороны либо что-то есть, либо нихуя нет. Это мы узнаем только по факту дела, как сейчас посмотрим. Но это финальное. Это 100% финальный заход туда. Слушай, когда светло здесь, так прекрасно, так хорошо. А он еще и свет включает, понимаешь? Какая удобная история. Ну да. Там какие-то салфетки, блядь, но я не понимаю, их вроде взять нельзя. Может, я какой-то предмет не заметил. Теперь, ладно, теперь занимаемся кухней. Теперь занимаемся шкафами в кухне. А у нас вариантов других, к сожалению, нет вообще. Надо пойти полить цветы. Надо пойти полить цветы, и это просто замечательно для нас, потому что нам открывается кухня. А пока мы будем на кухне,
смотреть туда-сюда, она будет поливать цветы. Я не прислушался. Что же может быть такого? Я не вижу ничего. Вот я бы показал. Вот ты бы. Ох, блядь. Как четко ушел-то, ты посмотри. А где? Да? Или нет? Так, мы знаем, что этот шланг можно подсоединить к бочке и зачем-то набрать туда воды. Если честно, вариант... Чё-то придавило. Кубика-рубика. Пойду схожу в туалет. Да ты чё, блять, прикол? Это, я так понимаю, от сейфа в той маленькой комнате, правильно? Блять, это шедевр. Пятерка белая, однерка. Я не запомню. А я не запомню. О, так, подожди, однерка красная, шестерка желтая, четверка, тройка. А там так много цветов, разве? Нахуй ты открыл шкаф. А это давно здесь было, подожди. А что-то знает. А подожди, это порядок нажатия цветов, наверное, правильно? Первый, второй. Есть второй? Да, зеленый, третий, четвертый, пятый и шестой. Все, я понял. Я все прекрасно понял. Все шикарно. Теперь наша задача такая. Наша задача проверить кухонные шкафы, где готовит мама. И подождать, пока придет проверка. Как только один из родителей нас проверит, мы пойдем в комнату отца и там уже откроем сейф. Ой, цветными какой, паролями, да? Правильно, правильно. Ну, хорошо. Тогда ждем. Так, все. А я говорил. А ты говорил, да? Я все здесь. Я, знаешь, короче, ходил за, чтобы сделать фотографии. Чтобы сделать фотографии. Сейчас секунду. Давай сделаем фотку, потому что мы не запомним. Мы не запомним. Это нереально. Первая красная. Так, спокойствие. Первая красная. Да, куда? Подожди. Пас давай! Пас давай, пас давай, молодец, да пас. Первая красная, заебись, гениально. Блять, вспышка, зачем, скажи мне, пожалуйста. Зачем вспышка? Так, первая красная, хорошо. Второй? Второй зеленый. Второй зеленый. Раз, два, красиво, хорошо. Третий оранжевый, третий. Давай, давай. Третий оранжевый. Как же болеет-то, как же болеет? Так, четверка. Четверка синеватый. Пятерка у нас белый получается. А там белый был разве? Пятерка белый. А шестерка желтый, да? Да, шестерка желтый. Ой, куда бьют-то, действительно. Пиздец. Так, пойду болью цветы. А это нам на руку. Это нам на руку. Пойду гляну, кто там. Идите, гляньте, кто там вам пишет. Это нам на руку, потому что в момент полива цветов мы пойдем на кухню смотреть на красивые вот это вот весь. Най-най-най-най. Ага. Ага. Они так долго уходят. Я открыл, сразу закрыл. Закрой, я тебя, блять, все время проебал. Все. Проебано время. Я так и знал. Я почувствовал. Я почувствовал, что надо возвращаться. Надо возвращаться домой, потому что, ну, не вариант. Не вариант, пиздец, слишком долго стояли. Мы половину только полочек проверили. Но теперь надо проверять другую половину, понимаешь? Надо проверять другую половину.
Так, уроки. Объем приготовления вроде прямоугольников. Учи, я просто зашла. Хорошо, учу. Я молодец, заебись. Квадратики какие-то. Так, все ушла, по-моему. Но не поливать цветы. Так собака смотрит, надо будет забрать мясо, но не сейчас. Сейчас не до мяса. Так, пойдем попробуем в отцовской комнате открыть пароль. Здесь мы оставляем закрытым дело это. Ебать, как красиво пролетел. Между прочим, дело-то рисковое, понимаешь? Дело-то очень сильно рисковое, можно тут и застрять. Так, смотрим пароль. Быстро. Ебать, отмотай быстрее. Так, ну красная первая. Потом второй зеленый. А какой нахуй второй зеленый? Зеленый, ладно. Потом третья оранжевая. Ну, вот это предположим. Но это не тот цвет. Потом четвертый синий. Так, пятый белый. И шестой желтый. И чего? Ну куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. Я нихуя не понял. Чё-то придавило. Пойду схожу в туалет. Ну, понятно. Нихуя не понимаю, что ты от меня хочешь. Первый. Это рискованно. Он может пойти сюда. Подожди. Он может пойти сюда. Он может зайти сюда, заглянуть, посмотреть, учу ли я уроки. Смотри, я понял. Первый квадратик оранжевый. Второй квадратик сверху зеленый. Третий квадратик оранжевый. Подожди, какой нахуй третий квадратик? Красный, оранжевый, все, я понял. Четвертый, я понял, как это, видимо, по порядку надо разложить. Определенный цвет, все понятно. Я все понял, наверное, это так как-то работает. Он вошел? Вот я бы показал, как надо. Безусловно, я не спорю, 100% так оно и есть. Прикол, вот так ползешь, и телефон такой пип-пип-пип-пип. Пип-пип-пип-пип, и все, и пиздец. И здравствуйте. Второй зеленый. Третий оранжевый. Ну, скорее коричневый. Четвертый это синий. Пятый белый. Шестой желтый. Нет, хуйня какая-то, подожди. Так, шестой, по идее, вот этот. Это мы оставляем белым. Шестой вот этот. Пятый это центральный, пятый белый, да, хорошо. Нет, нихуя, хуйня какая-то. Вот я бы показал, как надо. Не понимаю просто логики головоломки, в каком смысле. Тройка. Двойка. Однёрка. Так, надо пойти полить цветы. Ох, блять, как поливаются цветы-то красиво, подождите. Сколько секунд примерно это требуется? Я хуй знает. Закрой дверь. Вперед! Давай. О-о-о. Так, что-то тут можно, наверное. Ты дурак, блин. Ну вот можете же всегда сюда не играть, а? Ай, блядь, зачем ты съел помидор, скажи мне, зачем? Да, блядь, зачем ты съел помидор-то, зачем ты его Ай, блять, подстава на ровном месте. Ну как так-то? Ну зачем тебе этот помидор-то нужен? Я не понимаю. Ну зачем ты съел помидор? Да что же с этим кубиком Рубиком-то не так? Учи, я просто зашла. Там отец помидор съел, понимаешь? Я ни при чем, правда. Но, ох, минус жизнь получается.
Как? Ты не ел ни разу помидоры тут. Зачем ты его съел сейчас? Бля. А она... Она не на кухне? Ну же! Ну, ну! А, то есть то, что помидоры нет, все хорошо, да? Интересно, странный вообще-то момент. Странный вообще-то момент. Я не понимаю, что делать. Подожди, у меня просто против насекомых средства. И все. На кухне ничего нет, но только разве что, наверное, в верхнем шкафчике может быть. Да бей ты у меня уже! Есть вариант открыть вот эту хрень с кубиком Рубиком. Но я понятия не имею, что имеется в виду здесь. Ну, непорядок же, точно, правильно, непорядок. Может, количество цветов на данном кубе, но это нелогично, ведь позиции-то... Хотя... Нет. Может, как-то цвета, представленные на кубике Рубики, имеют значение? Пока посиди. Ух ты, хуйня какая-то нелогичная. Вратарь где? Может, изначально я пароль просрал? Слушай, может, надо вернуть как-то обратно? Может же быть такое, правильно? Что надо пойти и вернуть назад. Ну-ка, пойдем попробуем вернуть назад. Чисто посмотреть. Вот здесь мы были. Ебать, фокус. Пойду гляну, кто там мне пишет. Ну вот и пиздец. Най-най-най-най-най-най-най-най. Да. Оно не повезло. Так, и что? Кто-нибудь помнит, где мы находили ключ от кладовки? Надо пойти. Открыть. Ну вот это хуёво. Не, она не сбрасывается. Она не сбрасывается. Я откровенно ничего не вижу, честно. Может, кто-то из вас что-то заметил? Я ничего не увидел. У меня полный тупик. Единственный вариант развития событий – это подсказка с вот этой штукой и открытие кубика Рубика. Отразить название цветов. Красный, 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 оранжевый. Может быть, это и не оранжевый вовсе. Нет, это оранжевый цвет. Тройка оранжевая. Кубика Рубика. Но все они расположены центрально. У каждого цвета есть свой номер. Так, пойду полью, пойду цветы, полью цветы, цветы. Кубика, Рубика, Рубика. Ай! Ай! У каждого есть номер, но... И что, блядь, что у каждого есть номер? Зря рано вышел, ты куда? Зачем так рано выходишь? Вот здесь, по-моему, может что-то упасть, да? Поэтому тут надо аккуратненько. Вот вообще с левой стороны ничего не трогаем. Может на улицу сходить, посмотреть, что там? Пусто, пусто, пусто. Да. А я говорил! А ты говорил! Так, подожди, мне чисто любопытно решение этой загадки. Вот я реально, я же это посмотрю сейчас. Я же посмотрю сейчас. Ну, чисто любопытно, до меня не доходит, но я тебе реально говорю, я не знаю. Вот нумерация цветов, я понимаю, порядок цветов, я понимаю, что можно, ну, как бы вот так. А что еще здесь? Или здесь нужно способом вычитания цветов как-то сделать определенный порядок? Или что? Хуй знает. Так, ну давай, хорошо, перерыв, посмотрю. Смотри, прикол, я подсмотрел немножко. Чё-то придавило. И как я понял, ты идешь к сейфу. Так, надо пойти полить цветы. Ты идешь к сейфу. И видишь, например, вот картинка с надписью 1. И вот так, в
порядке действий от 1 до 6, мне надо полностью повторить рисунок на сейфе. Как я понял. Или нет? Или второй вариант развития событий. На этом кубике Рубика все варианты паролей к сейфу. И в зависимости от того, по центру какой цвет стоит, тот и пароль. У нас, по-моему, по центру был белый цвет, поэтому попробуем повторить полностью номер 5. Надо бы проверить, учитель, это... Так что сейчас посмотрим, так оно или нет. Если надо повторить все 5, все 6 сторон, то... Ок, но я до этого не догадался. Как бы, ну как есть. Блять, потом слишком будешь какой-то... пересказывать, что выучил. Это, блять, как догадаться до такого надо? Все, это такой долгий пароль, и главное, бессмысленное абсолютно, нахуй все 6 вариантов туда вписывать. Мне кажется, все-таки реальная история такая... Учься! Это что за неожиданный такой поворот? Опа! Кто-то написал. Они так могут? Пиздец, мне кажется, что больше вариант того, что пойти туда посмотреть, вернуться в комнату, увидеть, что типа по центру есть... Вот смотри, вот по центру, например, был белый цвет, да? Значит, получается, подходит кубик под номером 5. И нам надо полностью его повторить. Сейчас, секунду, я пытаюсь его развернуть, а это дело достаточно непростое. Вот так. То есть вот, подожди, у меня по фотографии что там? Открой мне фотографию кубика номер 5. Он же четко... Да, все, у меня четко сфотографирован кубик. Мы должны вот так полностью повторить там картинку. Если я правильно это понял. У нас вроде было в центре, да, белый цвет. Пересматривать не хочется вообще, пиздец. Ну да и ладно. Хрен с ним. Пошли. Он болеет? Все? Давайте рискнем. Да, болеет. Болеет. Идеально. Ну вот можете же всегда! Че так не играете? Че так не играете-то, а? Так, белый цвет сюда. Хорошо, синий, зеленый, оранжевый, правильно? Какой из них оранжевый? Тут вообще, блядь, оранжевый почему-то, коричневый, хуй пойми почему. Оранжевый, оранжевый, это красный, это зеленый. Просто, блядь, шедевр, все, я понял. Я все. Зарядка, а нахуя? А нахуя зарядочка? Ага, зарядочка нам нужна для ноутбука, да? Да. Поебало, Геннадий. Так, поебело. Одни инвалиды в команде. А как убрать, собственно, батареечку-то? Он же заметит, он же даст люлей, нет? Так, поебело, Геннадий. Поебело Геннадий. А какой пароль у поебело Геннадия? Вот это главный секрет. Может, пароль надо узнать у него в переписке? Слушай, это же... Наверное, так оно и есть. Надо узнать его год рождения, правильно? Слушай, наверное, да. Пойдем попробуем. Просто... Во-во-во! Молодцы! Ну вот! Можете же, а? Просто другого варианта я не знаю, в этом прикол. А какой может быть еще вариант? Так, почта, отправь. Я люблю шассон, баня с друзьями в футбол смотреть. Так, все, я понял. Папа, мама, Игорь. Пойду гляну, кто там. Говорит, сам не делал. Домашка по математике. Выходи погуляем. Школа. Так, кабинет учителя появить свои таланты, выиграть ценные призы. Сейчас, моя мечта, школа. Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоит 26-го, 1-го, 2015-го. Так, собрание будет обсуждать следующий вопрос. Успеваемость, дисциплина. Так. Непонятно. Мама, нет сообщения, отправить нельзя. Папа. Мне нравятся фильмы про любовь и комедии, да. Терминал? Что за терминал? Да кому я там нужен? Что это такое? Какой терминал? Ну давай. Давай. Надо пойти полить цветы. Пойти бы полить цветы. Ага. Ну, слушай, а сколько тебе лет? Был такой вопрос? А сколько тебе лет? Нет, не было такого. Блять. Вот если бы мы узнали, сколько ему лет.
А, вот, все гениально, смотри-ка, да. Сколько тебе лет, малыш? А он прям возьмет и правду расскажет. Он прям возьмет и правду расскажет, ты хочешь это сказать. А зачем нам его компьютер? Что мы от него получим? Это же как-то странно. Угу. Так, как долго пишешь-то, товарищ? Как долго пишешь? Мне уже 43, но это не означает, что я ничего не могу. Так что не переживай. Мне показалось, или кто-то идет? 43 года главному герою в 2008. Чё-то придавило. Пойду схожу. В 2010 году ему было 8 лет. В 2002 году он родился. Хорошо. Подожди, а какой сейчас год? Какой сейчас год? Это год рождения, понятное дело. Ему же 8, да? Так, он засаду мне решил устраивать. Он засаду мне решил устраивать. Учишься? Да, учусь. Ну ладно. Я хуею, а... А его дата рождения вообще роли тут не играет, прикиньте. Его дата рождения вообще не играет здесь роли. Я решил подсмотреть. Знаете, в чем прикол? Смотрите. Просто охуй. Это я не знаю, как до этого можно было догадаться. Это же просто пиздец. А я успею, интересно, это так быстро сделать? Одну минуту! Это просто охуеть. Если это правда, я не знаю, что мне сказать, честно. Три шесть один. Это правда. Это правда, пиздец. Это пароль от ноутбука. Я не знаю, а как, блядь, до этого надо было догадаться? Как? Что меня должно было привести к тому, что я б знал бы там вот этот пароль? Я вообще нихуя не понимаю. Как я до этого должен был дойти? Опять 25! Каким, блядь, вообще образом-то? 361 или 362 было, я не помню. Я забыл пароль. Так, 3621. 316. 163. 136. 631. 613. Пойду гляну, кто там мне пишет. Ебать, гений стелса. Так, надо пойти полить цветы. Нет, а я дверь закрыл? Да, я закрыл дверь. Ага. Однёрка или двойка? Однёрка или двойка? Ну-ка дай-ка я посмотрю в этом. Я посмотрел. 6-3-1, по-моему. Там этот написано 6. Это как оно написано? Как называется? А, Геннадий. Геннадий плюс вентилятор, хорошо. Блять, так написано. Написано вентилятор. Бля, я понял, как догадаться должен был, да. Блокнот. Номера, пицца, молоко, займы. Пароль, телефон 6853, сейф, кубик, рубик. Собутыльник.ру, что? Панель управления, код 1...
6-1. 1-3. Вот я бы показал, как надо. Ага. Вернуть корзину для фруктов. Зина, бабёнка, Саня, тракторист. Займы, пицца, молоко. Нет подключения к интернету. Корзина пуста. Закрыли. Шикарно. Но для нас остается вопросом, а дальше-то... Ну чё, всегда так, не играйте! А дальше-то нам что? Ну то есть, ну узнали мы пароль. Ну и хули. Что дает-то нам это? У нас нечем мыть, нечего делать. Нам надо на улицу выйти, получается. Ну и реально единственный вариант на улицу выходить. Потому что здесь нам нужно моющее средство. А моющего средства мы не найдем. Но я имею в виду специальное средство для вот этого стекла. Он же чисто эта тряпка не пройдет. Нам надо антижир какой-то. Видите ли, простой тряпкой это не промыть. Какая долгая серия будет, пиздец. Ну ладно, поехали. Так, секунду, я тряпку кину. Одни инвалиды в... Ух, блядь. А он заметит тряпку? А схуяли? Ну мало ли тряпка, белье кинули постирать, правильно? Белье кинули постирать, все, оно стирается. Ну, тряпка и тряпка. Я что-то вообще потерялся с этого вентилятора. Я сначала подумал, как вообще можно заметить, да? Ну, по факту, ну, вот если бы... Я понял, как можно, да, там написано в ноутбуке, но, блядь, если бы не написано было в ноутбуке, это было бы вообще невозможно заметить. Это просто лютая жесть. Ну, с кубиком-рубиком мы рано или поздно догадались бы, я думаю, что центральный кубик, он такого-то цвета, вот, оказывается, наверное, всю вот эту палитру надо поставить так же, как и там. В любом случае, вышло бы. Нам где-то надо после стирки платка найти средство антижир. Как оно выглядит, я, естественно, не помню. Ой, ужас. О, ужас, да. Пиздец. Так, это сообщ... Знаешь, что надо сделать? Надо заранее открыть дверь. Ой, ошибку совершил я. Все четко. Здесь кто-то был. Нет. Хорошо. Так, пойду полью цветы. Хорошо, пойдите полить цветы. Где же здесь может быть средство-то для бытия? Нахуй ты съел колбасу? Прекрати жрать колбасу, я тебя прошу. Ну успокойся-то, насколько можно. Где может быть средство для мытья посуды? Вот это главный, ключевой вопрос. А нижняя подушечка не отодвигается? Она же обычно... Нет, они не видят меня через это окошко. Средство антижир. Ну, у меня один только вариант — идти на улицу. Все. Дома нету ничего. Мы с тобой так внимательно дома смотрели, как не сматривали его никогда. Мы реально смотрели его просто гениально.
просто шедеврально дома смотрели. Я учу руки, учу. Сейчас идем на улицу. Потому что вариантов больше других нет. Мясо у нас есть, остального у нас нихуя нету, Нович. И только на улице мы что-то, видимо, узнаем. А так я не пользуюсь. Иду. Идите. Я в стелс. Ну все, пошел. Тигр, лев, орел, лань. Побежали. Вот я бы показал. Да, показал бы как надо, вот только я не... Да, дети. Дети балуются, дети. Может быть, здесь какой-то предмет, кстати, лежит, да, ведь? И он поднимется под воздействием воды. Кстати, гениально. Все, можем пройти. Здравствуй, собака. Как твои дела? Держи, пожалуйста. Спасибо тебе огромное, собачка. Вот же дураки. Показалось. Ой, как показалось вам. Вроде никого. И нет. Выключи, пожалуйста. О. Водичка. Зачем мне молоток? Вода пошла. Сколько надо времени, чтобы эта вода наполнила тут все? А главный вопрос... Нахуя? Но она заполняет. Ну подождем, ладно, смотри, потихоньку, по чуть-чуть, я вижу, наполняется. Видимо, там что-то поднимется. Странно, почему он не может просто залезть в эту бочку рукой и достать то, что ему... Вот давай. Надеюсь, цветки не пойдет поливать. Ну, у нас есть молоток для забивания, собственно, вот этих палок. Палок нет, но... Ой, блядь, он цветы идет придавить. А, нет, он в туалет идет, хорошо. Там вижу что-то с уголка. Я вижу что-то оранжевенько-красненькое. Вон, смс-ка пришла. У меня есть время быстренько... Опа. На дне что-то есть. Вижу. Ой. О, да. Хорошо. Это успех, товарищи. Это успех. Я вас поздравляю. Все. Остался только использовать антижир. И откроется... А что нам откроется? Нихуя не откроется. Пойду проверю телефон. Давай. Удачи проверять телефончик. Пойду полью цветы. Это прекрасно. Это очень хорошо. Хорошая идея. Я полностью поддерживаю поливание цветов в такую прекрасную, шикарную погоду. Это абсолютно... Логичный, грамотный, прекрасный, шикарный ход. Так. Здесь кто-то был? Что? Нет, никто не был там. Там все чисто. Кто здесь поломался с водой? Чего, блядь? Ох ты, паразит! Я ничего не делал. Я сидел в комнате и учил ты уроки. Ты что, мать, за дуру держишь? Да ни в коем случае. Какая вода, какой баловался, чего? Если нечем мыть пол, значит будешь мыть унитаз. Я не понял, какого черта? Мне может кто-то объяснить, какая вода, какой баловался с водой? Я же весь кран выключил, все поставил как надо, все было хорошо. Надо было слить воду в бочке, да? Как хорошо у тебя получается. Теперь всегда будешь мыть. Бля, это просто шедевр. Надо было, получается, слить воду в бочке. А где по сценарию сейчас мама? Все на своих местах. Что это было? Я чуть не охренел сейчас немножко.
Так, что ты хочешь? Кыл. Пин-код. Используйте цифра блок справа. Хорошо, секунду. У нас есть фотография. 6113. 6113. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Я понял, все, я все понял. О, палка, я все понял. Да, я все понял. Наконец-то, теперь мы знаем, как открывается главный ворот. Вот мы теперь знаем, как главный ворот открывается. Все, палка здесь валяется. Как много надо сделать, чтобы открыть главный ворот? Это просто пиздец. Одну палку мы нашли, хорошо, нам надо еще бы гвозди найти, да, по идее? А у меня нет вариантов, куда больше идти, я не знаю, у нас все как бы места обысканы, все осмотрено. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник! Я реально не... у меня нет вариантов. А ведь у меня и вправду нет вариантов развития событий, я не знаю, что... Мы все, что могли, мы же посмотрели, мы все ящики осмотрели, полочки все осмотрели. Сейф открыли. Чтобы ему вбивать эти деревяшки, ему нужны гвозди. А гвозди нет. Есть проект насекомых, где-то по идее... Ну вот можете же всегда, чё так не играйте, а? Подожди, я открыл главные ворота? Я открыл главные ворота, я могу уйти? Игра пройдена? Калитка заперта. А как? Подожди, как калитка заперта, если главные ворота я открываю? Каким образом этот замок? Помогите, пацаны. Каким образом этот замок... Не рычи, пожалуйста. Каким образом, блядь, этот замок вообще отпирает эту хуйню, скажите мне. Сломанная лестница. Каким образом эта штука отпирает? Как только я это нажимаю, они начинают на меня бежать. Вот в чем прикол. То есть я в целом могу сделать такую тактику. Смотрите. Отец в той комнате читает сообщение. Я беру и жду, пока она пойдет поливать цветы. Быстро активирую пароль и ухожу на ту сторону дома. Они начинают за мной гнаться. Я быстро ухожу за этот и сбегаю вот там, правильно? Ну, вариант же. А я говорил. Ну, вариант, в принципе. Надо пойти. Да, блять, ну синхронный выход, но это ж пиздец какой-то. Там одна палка валяется, чтобы подняться наверх. Где-то еще надо найти две палки. Либо ключ от того краюшка. Но ключа у нас нет. То есть мы сделали главное, мы теперь знаем, как открыть главные ворота. Хотя каким образом такой замок подчиняется электронному открывателю, хуй его знает. Непонятно. Ну подожди, а что нам еще делать? Нам ждать надо. Ждать и думать, а что дальше? Сейчас устрою ему засаду. Ага, давайте. Это жесть какая-то. Лютая. Лютая жесть. У него ключей нет, смотри, у него нет ключей. Ну ладно. У него нет никаких ключей. У них ключи нигде никакие не висят. Что самое интересное. Ключей абсолютно ноль. Есть, может, я могу разбить что-то молотком? Да ну, не сказал бы. Может, я что-то элементарное не заметил?
Да тоже не сказал бы. А я говорил. А можно ли молотком разбить замок? А можно вырвать эти палки? Нельзя. Пицца, 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 пицца. Панель управления. Панель управления. Но это не телефон, это панель управления. Еще раз, заходим в ванну. Что мы видим? Туалетная бумага. Давай, 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 давай! Туалет, ёршик, смываем, смотрим, еще раз. Чисто блестяще, может выпадет какой-то предмет. Никакого предмета нет, решетка привинчена на винты. Нихуя нажать нельзя. Пусто-пусто. Ужас, вода открывается. Хуйня открывается. Понятно, все, это закрываем. Ванна недоступна нам. Вариантов у нас с вами нет. Хорошо, комната отца. У нас последняя попытка просто. Мне кажется, в момент того, как она идет поливать цветы, мне надо взять и... Хорошо. Закрой полку, блядь, закрой полку. В момент того, как она идет поливать цветы, мне надо взять, вот, отправить сообщение. Она поливает цветы вот здесь где-то стоит. Я нажимаю на пароль. Он бежит оттуда, смотри, он бежит за мной. Она вбегает в дом, я быстренько за окошко. Оббегаю дом и выбегаю туда. Но это единственный вариант реально в моей голове, который, ну, рабочий. Ошибка подключения к интернету. Ага. Все понятно. Больше сообщения мы не отправим. Вот и все. Режим сна. Режим сна. То есть отцовскую комнату мы больше не обследуем, да, нормально? Нет, давай пробовать сбежать. Давай пробовать сбежать. Мне кажется, ну, вариантов больше. Одни инвалиды в команде. Вариантов больше нет. Можно было бы найти радио. Я понял теперь, на что радио, да, отвлекаешь их, скорее всего, запираешь на некоторое время. И пока отец бежит, ты спокойно убегаешь. Потому что отцу бежать дольше. Отцу бежать дольше, а мама достаточно быстро добежит до тебя. Вот и прикол. Просто вариантов нет, ну, либо я можно? Очень невнимательно что-то не заметил. Все, это единственный шанс. Это единственный шанс сбежать, все. Поехали. 6-1-1-3. Ну смотри, она быстро бегает. Она прям за какую-то секунду реально оказалась рядом. И не телепортируется ли она случайно? 6-1-1-3. Если телепортируется, то это отвратительно. Но мы заодно узнаем, можно ли так или нельзя. Включила воду и пошла. Все четко. 6-1. Шесть, один, один, три, шесть, один, один, три. Ах ты! Стой, как попался! Надо было сколько назад. Можно повторять? Надо было назад! Надо было назад! Надо было назад! Ну, уже пиздец, да. Ну, мы зато как никогда были близки к выходу, как никогда близки. Вот такая долгая, пиздец, какая долгая серия, ну ладно, пусть будет. С вами был я, Иван Грешник, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Если серии видосы дали, поставьте в описании группу ВКонтакте, поддержите канал. И ссылка на Boosty, все, всем хорошего настроения, всем пока.